Песни советские для зарядки и рабочего настроя. С 8 утра в Лидском саду сотрудники Госсовета и депутаты. Для кого-то это даже привычно. Не была белоручкой, никогда не была. И в саду работаю. Я посадила в своей жизни, наверное, несколько сотен деревьев. Поэтому для меня это только радость большая. Только здесь собрали 600 мешков листвы и мусора. Если нужно, народные избранники готовы еще раз взять грабли. Вокруг Казани, вокруг столицы столько мусора. А кто ведь мусорит? Не птицы же, а люди. Сколько раз вы готовы выйти на субботник? Сколько нужно, столько можно. Чтобы гости, которые приедут, видели, что здесь в самом деле живут прекрасные люди. Пока депутаты и работники Госсовета работают, мы тоже не прохлаждаемся. Хотя у меня оператор точно занят уже 2 часа. Будем кормить их потом блинами. Есть его, можно будет? Есть можно. Ну, закрыв глаза. Наводить чистоту взялись во всех столичных парках. От крыльев Советов до Горкинско-Метевского. Бутылки, пластик, бумага, даже одежда попадается. С мешками под завязку в Горкинско-Метевском лесу. Волонтеры и добровольцы. Главный принцип этого субботника – собрать не только больше, но и раздельно. Все это можно вторично переработать. Вы знаете, полностью все пакеты стекло. Также у нас здесь уже идет отдельная позиция. Здесь у нас полностью находится пластик, а также алюминий совместно. Мы клеим каждому участнику субботника в парках Казани наклейки, которые показывают о том, что он принимал участие и совершал уборку. За уборку положены и призы. Так мотивировали молодежь навести порядок в парках Казани. С начала апреля вывезено 1000 КАМАЗов мусора, ликвидировано 80% несанкционированных свалок, которые были замечены с воздуха. К 9 мая должно быть чисто везде. Огромное количество впечатлений студентов, то молодое поколение, которое показывает своим примером, как относиться к природе, как относиться к окружающей среде. В парк Горького неравнодушных к чистоте завлекали и Кубком Гагарина. Масштабно и все вместе сотни студентов, рабочих и волонтеров вычистили столичные парки. Я хочу, чтобы был парк чистым. Альбина Минибаева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.